У многих казахстанцев преклонного возраста вскоре, похоже, отпадет необходимость в подобных учреждениях для престарелых. Справиться с нехваткой финансов пожилым поможет новый проект «Серебряный возраст». Он позволит трудоустроить 5000 человек старшего возраста. По правилам проекта, работодателю, который возьмет в свой коллектив пожилого сотрудника, государство компенсирует до половины его заработной платы. В регионах программа уже начала работать. Жительнице Шымкента Гульнаре Туймебековой в этом году исполнилось 56. В детском саду, где она работала нянечкой, ее попросили освободить место для более молодого и активного сотрудника. Женщина осталась без работы. В моем возрасте найти работу очень сложно. Мне сейчас 56 лет. Я ходила в разные организации, но работу не нашла. Поэтому пришла в центр занятости. Тут обещали помочь. И таких, как Гульнара, в Казахстане много. И в итоге тысячи немолодых безработных рождают такое явление, как неофициальная биржа труда. Их можно встретить в любом большом городе. Вот так, к примеру, выглядит стихийный центр занятости в Шымкенте. Причем в поисках вакансий тут в основном совсем молодые специалисты. Но есть и те, кому за 45. И тех, и других работодатели берут неохотно, говорят люди. Потому поиск работы для них – дело непростое. Кому как повезет. В этом году совсем плохо с работой. Кризис. Стоим здесь, а никто ничего не предлагает. Для казахстанцев предпенсионных лет в Минтруда разработали спецпроект «Серебряный возраст». Планируется, что уже в этом году он изменит судьбу 5000 человек. Именно столько людей трудоустроят по всей стране. В рамках проекта «Серебряный возраст» рабочие места будут организованы со сроком более 2 лет, ну, то есть до 2 лет. В течение первого года участникам проекта до 50% заработной платы будут субсидироваться через центры занятости населения, 50% будут оплачиваться непосредственно самим работодателем. Многие предприниматели готовы создавать новые вакантные места на таких условиях. При этом тяжелый неквалифицированный труд, по данным чиновников, специалистам со стажем предлагать не должны. Кадры старше 40-45, они всегда присутствовали на заводах и всегда работали. В Казахстане сейчас вообще достаточно много работы. То есть не работает тот, наверное, тот, кто не хочет. Чтобы участвовать в проекте «Серебряный возраст», надо официально зарегистрироваться на бирже труда как безработный, затем подать заявку. Важное условие – это 2 года до наступления пенсионного возраста. Новый проект рассчитан до 2025 года. В центрах занятости уже начали обрабатывать заявки. Катерина Попкова, Самат Нагашбекулы, Нурмахан Бекмуратов, Шымкент. Итоги дня.